Всем привет! У нас в продаже появился отличный автомобиль Mini Cooper 2011 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литров, бензин, который выдает 184 лошадиных силы в отличном техническом состоянии на автомате, на оригинальных литых дисках. Давайте заглянем в салон. Салон у нас чистый, опрятный, ухоженный. Никаких дыр, пятен, потертостей, ничего нет. Сиденье у нас тканевое. Спереди салон также в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В него входит электрорегулировка зеркал, мультируль для управления мультимедией, датчик света. Здесь у нас находится штатная мультимедиа, а также спидометр, однозонный климат-контроль, обогревы передних сидений, электрообогрев лобового стекла, все 4 электростеклоподъемника, центральный замок, передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари. Также есть функция отключения стабилизации и спортивный режим езды. Два подстаканника, розетка 12 вольт, ручник, центральный подлокотник, а также клавиша старт-стоп. Если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. А находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столица. Всех ждем.